Всем привет, ребят! Ну что, вот и настал на русском сервере этот день. Я вам уже не снимал, я показал, какие награды будут. Сейчас заберу на Сарделе. В принципе, плюхи неплохие. Также сегодня есть хватайка. Ну и, в общем, дофига разных интересных акций. Так, кому это мы влепим пока? Временно. Ну, временно у меня даже некому влепить. У меня все герои. Рассвет. Даже здесь уже замедление стоит. Ну, можно на кинге. Опа, чик, огонь жизни. Сделаем так. Оживо, отлично. Так, отлично. Забираем плюхи, какие у нас сегодня есть. Парящий остров. Я надеюсь, они его будут почаще добавлять. Так, еще один осколок мы собрали. Итого у нас 4 зефирика. Нифига себе. Скоро мы его соберем на бездонате. Так, ладно. С этим мы разобрались. Магазин скидок. Ну, как обычно, всякая дичь. 10 молотков. Ни о чем. Так. Отправиться в рейд 3 раза. Сейчас заберем, потому что надо забирать. Раз. Это радует то, что можно так быстро нападать. Два. Отлично. Отличненько. Собрать. Плюшки я собираю. Я в прошлый раз показывал вам. Подкачал немножко смотрителей. Осталось всего чуть-чуть. Сегодня, кстати, обалденные акции. Ну, для донатов понятно, то есть можно, смотрите, по чуть-чуть постепенно такие плюхи обалденные собрать. Вообще отлично. Ну и для донатов тут, конечно, тоже сегодня бомбические награды, 9 эмблемы. Ну, в общем, все как обычно. Все дешевеет со временем. Пакет накопления, тоже очень классная акция, которая как бонус идет, и реально за полпака можно обалденные вещи собрать. Так, набор обитателя. Короче, всякая хрень. Отлично. Поехали дальше. Поехали дальше. Самоцветные бонусы. Что за самоцветные бонусы? Что-то я не помню такого. Что это такое? Что? Это вы получаете дополнительно плюшки еще. Нифига себе. Вот эта акция. Хватайка, хватайка, хватайка. Сейчас мы отсюда еще плюхи заберем. Ну, есть одна попытка. Если, конечно, повезет, то можно выиграть, получить по 35 сундуков. Это очень обалденные плюхи. Но везет не всегда. Можно вытащить вот такую вот дичь. Дичь, дичь. Сумка питомцев 2, 200 штук. Ну, такое себе, такое. Так, войди в игру, поехали. Я уже в игре. Я уже в игре. Куда мне еще входить? Забираем тут плюшки. Что-то сегодня у меня 5-й день. Опять. Ай, блин. Что-то я провтыкал. Что-то пошло не так, ребятушки. То ли я провтыкал в днях, короче, посмотрим. Но это печаль, надо было по 4 забирать, походу. Короче, жесть-жесть. Прям жесть-жесть. Ну, ничего не сделаешь. Так. Блин, а почему не железная воля, блин? Вот так хотелось реально железной воли этой. Уже запарили. Ну, хоть тут дали. Хоть на скин насобираем. Так, отлично. Забираем плюхи. Получить. И ждем еще. Еще ждем энное количество времени. Так, отлично. Используй. Я использую. Поменять. Так, блин, а тут у нас уже живо стоит. Опять подстава. Опять эта подстава. Так, ну что, ворожеюшка, будет у тебя скинушка.
Но это не точно. И не сейчас. Так, а что у меня у Асурика? Я на Асурика что-то вчера ставил. А, бастиончик я на него поставил. По-моему, если я не ошибаюсь. Да. На Асурика мы поставили баст. Блин, а кому эту оживу приткнуть? Ожива, конечно, классная тема. И нужная. Дерево у нас уже прокачано. Инди. Медуза. Ну, такое. Ладно, поставим сюда. Там-там-там-там-там. Так, раскол, заработали еще. Насосали еще, ребятушки. 300 самов. Так, ну что, по самым тут вроде все. Все акции сегодня закончились. Так, забираем это. Ежедневный вход получить. Чик-чик-чик-чик-чик. Получить, отлично. Огонь. Это просто огонь, ребятушки. Бесплатно, бесплатно, бесплатно. Так, ну что, забираем плюшки и того, что у нас получилось. Получили мы еще кролика. Плюс 100 штук, это тоже круто. Две. Блин, кину космический храм. Сейчас мне интересно, какая нам эмблема выпадет. Вот это самое интересное. Так, не хватает места. Как обычно. Не хватает места. Это нормальное явление на бездонатном аккаунте. Так, забрали кулачки. Что там у нас по кулачкам уже творится? 10 тысяч кулаков. Нифига себе, вот это я. Вот это я жесткий. Так, кстати, мне ж надо это собирать. Да давайте, блин, побольше этой дичи всякой. Жлобятся, короче, они. Такс, рекс, фекс, пекс. А чё я хотел вообще? Вылетело с головы, чё я хотел? Старенький стал. Так, ваши подарки, карта. Открыть. Чик. Ебой! Вот это именно то, что мне надо было для Афины. Хоть даже и пятая, она теперь у меня будет нормально заряжать героев. Вот это мне надо было, ребятушки. И это отлично. Отличненько. Теперь надо будет только прокачать просветы здесь. Для пятой, по-моему, 71 надо, если я не ошибаюсь. Надо будет качать до 71 и будем уже проходить. О, я бы с радостью, ребята, это купил за такие денежки. Но мы тут играем без такого доната. Так, окей. С этим мы разобрались. Что вы хотите? Ну, обновлю я, ну, получу я 50% скидку. Ну и что? Ну и что дальше? Отлично. Водушка, это, конечно, очень бомбический подарок. Такс, окей. Сейчас мы, ребятушки, жахнем. Чувствую. Сейчас будет, ребята, мега трэш. Ну, я думаю, вы не зря видите, у меня там 3600 самоцветов. Я думаю, все поняли, что сейчас будет у нас. Сейчас у нас будет эпический роллинг. Все или ничего? Так, карта открыть. Чик. Купидончик. Ну, купидончик. Купидончик. Так, скин на ворожея. Поздравляю, ворожей. Теперь у тебя есть. В принципе, можно было на ворожея поставить. Ну да ладно. Так, сколько у нас тут еще?
3 дня есть. Попробуем махатмушку собрать. Скин надо по-любому собирать. Ну что, ребят, поехали. По 1200. Не-не-не-не, какие слоты. Вы чё? Я тут себя мучил, копил эти самые, блин. А вы мне хотите слоты добавить? Что за подстава, диджи? Это вообще жесть. Ничего себе, у меня сколько есть эмблем. Я жесткий тип, оказывается. Две каменки, ничего себе. Так можно жить. Так, 134, 145. Но это нам места все равно такого не прибавит. Так, ну героев, если мы сольем, нифига не изменится. Смотрите, каменный сет кожи, еще есть сундук гильдии. Ну ладно, давайте еще это откроем. Поехали, попробуем заролить имбу. Блин, хочется какого-то, ну, обалденного героя. Вы ничего не слышали. Это был крик души. Это нормальное явление. Если у вас тоже такое, лепите лайк. Я думаю, у многих из вас такая же. Ебой! Ебой! Вот так вот, ребятушки, землеройка. Я так и знал, что что-то будет сейчас интересное. Обалденный пвпшный герой. Он уже у нас есть. Ебой! Жесть. Просто жесть, ребят. Вот так вот, вот так вот надо ролить. Батька ролит. Открыть. Чик. Тум-тум-тум-тум-тум-тум. Землероечка. Землероечка, ну здравствуй. Обалдеть. Это радует. Это реально радует. Смотрите, сколько у нас еще недостающих есть. Но землеройка, блин, это для PvP, для некоторых локаций он реально будет заходить. Фух. Так, землеройка. Что с тобой делать? Как тебя качать? Как тебя величать? Просто изи. Это просто изи, ребята. Землеройка и ремка. Так, я посмотрю сейчас, кому ремка у меня нужна. Потому что у меня тут хватает героев, но есть герои, которым ремка просто необходима. Выражаю, ремку ставить бессмысленно. Так, эти все могут обойтись. Так, тут есть ремка. Я думаю, поставлю все-таки ее, она, чтобы не висела землеройки. Дерево, ну на дерево ремка. У меня ремка есть эмблема, если что. Вот землеройки на PvP локации, чтобы тащить, я думаю, это вообще отлично. Есть чик. Сейчас мы так мажорнем, мажоры, короче. Чик. Ебой. Вот так вот, ребят, еще плюс один имбовый герой. Ставьте лайки, жмите репостики. Ждите следующего видео. Всем удачи. Всем пока. A tragedy, I'm a beautiful disaster.